Привет всем! С вами Бетти. Только вчера у нас вышла новая пекарня, а уже сегодня я решила поработать в ней. Думаю, это будет интересно. Отправляемся на работу. И да, ради этого мне придется прогулять школу. Добрый день! Сегодня я буду работать у вас. Меня, кстати, Бетти зовут. Привет! Я Боб. Это очень замечательно. Наша пекарня только открылась, а народу в ней уже очень-очень много. Я один, ну совсем не справляюсь. С удовольствием вам помогу. Держи, вот наша форма. И обязательно вымой руки перед тем, как начать работать. Через 15 минут наша пекарня открывается. Нужно перед открытием протереть столы и принять доставку продуктов. Я займусь доставкой, а на тебе столы. Хорошо. Итак, у нас есть два типа покупателей. Одни берут с собой на вынос, другие приходят посидеть, пообщаться с друзьями, отдохнуть за чашкой кофе или поработать в уютном месте. Поэтому мы с тобой разделимся. Я на кассе обслуживаю, а ты с гостями в зале. Потом поменяемся. А, чуть не забыл. В честь открытия пекарни мы дарим каждому заказу вот такое печенье. Не забывай. Поняла. Ну все, за работу. Можно мне чашечку крепкого кофе, а то я никак проснуться с утра не могу. Конечно, а не желаете взять сэндвич с курицей или говядиной к завтраку? Можно и сэндвич, давайте с курицей. Ваш заказ. Спасибо. Доброе утро, готова сделать заказ? Да, мне, пожалуйста, капучино и кусочек шоколадного торта. А мне капучино и круассан. Сейчас принесу. Ой, ну как так? Круассан упал. Вроде никто не видел. Значит, ничего не было. Да шучу. Конечно, я его выкину, а гостям положу новый. Надеюсь, вы не поверили, что я бы так сделала. Чуть не забыла, бесплатное печенье. Доброе утро, я готова принять заказ. Мне булочку с корицей и чашку кофе. Уже несу. Добрый день, девушка. А у вас есть в меню вегетарианская еда? Минутку, я уточню. Боб, у нас есть вегетарианская еда? Да, конечно, Бетти. Вот этот раздел полностью вегетарианский. Хорошо, спасибо. Да, вот тут вы можете ознакомиться с вегетарианским меню нашей пекарни. Спасибо, я возьму кофе на миндальном молоке и сэндвич с тофу. Записала. Ваш заказ будет готов в ближайшее время. Пожалуйста. И бесплатное печенье от нашего заведения. Благодарю. Девушка, а где мое бесплатное печенье? Упс. Сейчас все будет. Пожалуйста. Спасибо. Бетти. Видишь ту компанию? Они явно зашли сюда отметить день рождения девушки в красном платье. Давай устроим для них сюрприз и подарим наш фирменный торт в честь дня рождения. О, отличная идея, Боб! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Спасибо вам большое! Это очень и очень приятно!
И вообще, хотела сказать, ваша пекарня стала нашим самым любимым местом для посиделок с друзьями. Да, я вас уже не первый раз тут вижу. Рад, что вам тут нравится. Приятного вам дня и еще раз с днем рождения. Ну что, Бетти, меняемся? Теперь я в зале и на улице, а ты на кассе. Давай! Бетти, пора закрываться. Мы с тобой были отличной командой сегодня. Если захочешь, то приходи обязательно еще поработать. Спасибо, Боб. Мне очень понравилась твоя пекарня. И какая у тебя тут классная атмосфера. Может, еще и вернусь. Уж за чашкой кофе с булочкой точно. А это тебе. Пирог с собой и твоя зарплата. О, спасибо, Боб. Вот такой день у меня вышел. Было очень интересно. Я даже подумала, что неплохо в будущем открыть свою пекарню. Ну а на сегодня мне еще уроки делать. Так что всем пока-пока. И спасибо, что смотрите мой канал.